Самый любимый зимний праздник не за горами. На главной площади города жителям и гостям Славянска на Кубани дарит праздничное настроение новогодняя красавица. В школах и детских садах проходят последние репетиции перед утренниками и новогодними елками. А в Центре развития творчества открылась сказочная мастерская Деда Мороза, гостями которой стали и наши корреспонденты. В роли главных волшебников выступают педагоги дополнительного образования. На занятиях в своих творческих объединениях они учат, как новогоднюю сказку превратить в реальность. С помощью разных материалов дети изготавливают игрушки, открытки, снежинки, украшения для елки. Мы сегодня делаем такие поделки на Новый год. Некоторые делают колокольчики. Вот, я сделала колокольчик, но он еще пока не доделанный. Надо доделать. Я подарю этот колокольчик своей маме и повешу его на Новый год на елку. Мастерская Деда Мороза традиционно открывает свои двери в декабре. Ребята готовят сувениры для благотворительных акций, участие в краевых конкурсах «Новогодняя сказка», «Светлый праздник Рождество Христово», «Чудо-елка» и другие. Залы, кабинеты и главная новогодняя красавица уже украшены настоящими произведениями искусства, выполненными руками детей. А пока одни кружковцы занимаются подделками, другие уже вовсю репетируют театрализованную постановку для новогодней елки. Новогодние елки в ЦРТ пройдут для кружковцев, детей работников бюджетной сферы и социально незащищенных семей. Всего в центре состоится 30 праздничных представлений, более чем для 1500 детей. Алена Лавринова, Игорь Иванчугов, программа «События».